Доброе утро! Сегодня мы приготовим салат с морепродуктов. Для этого нам понадобится руккола, салатный лист, перец салатный, красный желательно, огурец почищенный, это для того, чтобы наш салат был нежнее, для украски перепелиные яйца, помидоры черри, коктейль из морепродуктов, сок апельсина и оливки зеленые. Берем тарелку. И нам надо листья порвать, сделать подушку на салат. Вот, делаем подушку и рукколы. Вот, такая у нас подушка. Теперь мы порежем салатный перец соломкой. Эту подушку зеленую там, и огурец тоже соломкой на тарелку. Теперь мы выкладываем наш коктейль из морепродуктов. Можно даже в масле, которое он был, это маселка тоже сюда же. Оливки. Яйца перепелиные. И черри. Польем соком апельсина. Украшаем рукколой. И наш салат готов.